Привет, ребята! Сегодня на обзоре такая интересная модель от компании Rapala. Называется Jointed Shad Wrap. Представлена компания в двух размерах. 50 мм 7 грамм и 70 мм 11 грамм. Чем же интересны эти воблерки? Во-первых, это составники, что заложено в названии модели Jointed. Во-вторых, это суспендеры, воблеры с нейтральной плавучестью, что позволяет медленно-медленно проводить и раззадоривать самого сонного хищника. И в-третьих, главной фишкой является то, что это именно мелководные суспендеры, позволяющие облавливать различные заливчики, старицы рек, небольшие озерки, прибрежные зоны водохранилищ. Модель имеет такую ломаную лопатку, расположенную к оси приманки практически градусов 80 горизонтальной оси. За счет этого воблер даже на минимальной потяжечке сразу заводится, включается в работу. А двусоставное тело надежно фиксируется стальным каркасом, очень подвижный. Компания Rapala смело могла назвать данный воблер акробат за счет такого сверхподвижного тела. Хвоста относительно передней части. Передняя часть имеет погремушку, за счет чего воблер довольно громкий. На подтвичиваниях и потяжках активно шумит. Цветов этой модели не так и много. Порядка 10. Но все основные интересные присутствуют. Пару натуральных расцветок, такие интересные металлизированные расцветки, ну и, естественно, кислота. Хороши эти воблерки тем, что, закидывая их, конечно, летят недалеко за счет такой ломаной конструкции тела, а это и не нужно. С помощью них облавливаем локальные участки вдоль прибрежной растительности, различные водные прогалы между водорослями. Отлично проводится и на равномерке, вибрируя как крэнк своим телом, маша хвостиком. На твичах различные развороты производит. Классный воблер. Крючки от компании VMC, что классика для Rapala, с покрытием Black Nickel, то бишь не ржавеют долгое время. Пластик довольно качественный. Погремушка громкая. С поводком 10-15 сантиметров, конечно, лучше 15. Жестким
зацепов происходит минимальное количество захлестов. Без поводка, конечно, случаются, но это не беда. Интересная модель. Отличное качество исполнения. Rapala держит, как говорится, свою марку. Обзор подготовлен по заказу и в магазин.